Теннис с пробежками под громкую музыку – и это не эксперимент, а новый вид фитнеса, который набирает все большую популярность в США. Пока, правда, кардиотеннисом можно заняться лишь в элитных клубах. Ну, вот так проходит тренировка на корте возле престижного отеля в Калифорнии. Правила, как в большом теннисе, но мяч здесь гораздо легче. Да и игрокам постоянно приходится нарезать круги по корту. Каждому выдается браслет, который измеряет пульс и давление. Ведь нагрузка на сердце достаточно большая. Инструкторы уверяют, женщины за час кардиотенниса могут сжечь от 300 до 500 калорий, а мужчины до 1000. Участникам нравится не только темп, но и музыка, и экспрессивный тренер. В обычном теннисе вы подаете, отбиваете мяч и все. Никакого общения. Как будто вы на рыбалке стоите в километрах друг от друга. А ведь между тем, именно общение – это то, что привлекает людей в фитнесе. Вы не здороваетесь с людьми, которые едут на велосипеде. Не разговариваете с ними на тренировках по кикбоксингу. Но здесь, на кардио-теннисе, вы общаетесь, вы заряжаетесь энергией. И поэтому к нам идут многие. И поэтому вот за таким спортом будущее. Getting a great workout.